Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня покажу простой рецепт для удаления жировиков и черных точек. Это может быть где-то нос, щеки, подбородок, у кого где. И нам понадобится молоко, активированный уголь и желатин. И сейчас покажу, как нужно делать. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Нам понадобится 2 таблетки активированного угля. Добавляем туда столовую ложку молока. Зашипела. Одну столовую ложку желатина. И сейчас нам все это нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Теперь я поставила на 2 секунды микроволновую печь. Она размягчилась, стала вот такой вот жидкой. Не совсем жидкой, то есть комфортно для того, чтобы наносить на проблемные места. После того, как масса чуть-чуть остыла, наносим на проблемные места. Я наношу на нос и на подбородок. Часто у меня там бывают неприятности. Теперь нужно, чтобы оно подсохло. И потом снимать как маску-пленку. Снимается вот таким вот лоскутом. В некоторых местах очень больно. Но нужно протерпеть, потерпеть. И я думаю, что, конечно, здесь может быть и не видно, но все, что не нужно, очень прекрасно удаляется. Все вот эти вот гадости вот с этой стороны, если приглядеться, видно. Способ действительно супер. Попробуйте, вам понравится. Быстрый, простой, не нужно покупать маски какие-то, все есть дома. Все, всем спасибо за внимание, до следующей встречи.